Всем привет, друзья! Тема видео – знаки противоречат разметке. Что делать? Ответ ГИБДД. Читательница растеряна. Дорожные знаки разрешают поворот направо из двух рядов, а разметка только из одного. Чем руководствоваться в такой ситуации? И кто виноват? Разъясняет глава госавтоинспекции. Как поступить в ситуации, когда знаки не соответствуют разметке? Рядом с домом есть такое место, где знаки разрешают поворот направо из двух рядов, а разметка только из одного – крайнего правого. На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. К каким ситуациям приложима норма, содержащаяся в приложении 2 к правилам дорожного движения? Если значения дорожных знаков, в том числе временных и линий горизонтальной разметки, противоречат друг другу, либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками. Кроме того, необходимо незамедлительно информировать о подобных фактах орган власти, являющийся владельцем дороги, либо соответствующую дорожно-эксплуатационную службу, ответственную за данный участок дороги. Одновременно целесообразно сообщить об этом в госавтоинспекцию для проведения надзорных мероприятий.